Мечта о собственном доме у моря обретает реальные очертания. Хотите жить в живописном, тихом месте с великолепными пейзажами полей и цветущих лугов? Тогда вам в Звездный. Коттеджный поселок Звездный в хуторе Красный Курган – это экологически чистый комплекс, который собрал в себе все преимущества загородной жизни. Площадь поселка составляет 4 гектара, категория земли ЛПХ. Строительство здесь началось в 2019 году. Сейчас в свободной продаже из 40 домов осталось 3. Они находятся на стадии строительства, поэтому у вас есть возможность выбрать внутреннюю отделку на свой вкус. Кстати, именно эти коттеджи строятся с керамоблоком, остальные построены с применением газоблока. Стены утепляются каменной ватой и облицовываются декоративной штукатуркой «Баумит». На всех этапах строительства домов используются только качественные, проверенные временем материалы. Фундамент выполнен из монолитного бетона шириной 400 мм и высотой 700 мм. Используется бетон марки М250. Цоколь армируется арматурой с сечением 10 мм с шагом 300 на 300 мм. Заливается бетоном М250 класса B20. По всей длине цоколя сделаны ригеля из арматуры с сечением 12 мм, связанные между собой хомутами. При монтаже кровли используются стропильные балки из досок 50 на 150 мм. Контррейка из досок 25 на 50 мм. Все деревянные конструкции обрабатываются огнебиозащитой. Покрытие кровли из металлочерепицы толщиной 0,47 мм. Выполняется монтаж водостоков, снегозадержателей и сливных труб. По периметру кровли защита от ветра. Коттеджный поселок Звездный расположен в очень удачном месте, прямо на въезде в хутор Красный Курган, а рядом проходит трасса Новороссийск-Керчь. Поэтому вы быстро доберетесь как до Анапы, это 11 километров, так и до песчаных пляжей Витязева, всего 4 километра. Если вы решили превратить свою мечту в реальность и купить дом с участком, то ваш комфорт в наших руках. Специалисты компании «Стройгарант Анапа» ответят на все интересующие вас вопросы и подберут максимально удобный проект коттеджа с учетом всех ваших пожеланий. Коттеджный поселок Звездный – ваш путь к уютной жизни.